Перископ, перископ. Лысый, лысый, сходи пописай. Оп. Опа. О, крутяк. Человек. Человек лысина с вами. Оп, что-то сообщений нет, лайков. И подзависло чего-то. О, пошли. Все заработало. Здорово, друзья. Банки. Здорово, здорово, здорово. Здорово, буду с края тут сидеть. Наверное. О, не видно, что я в трусах сижу. Ну, ну ладно. Перед сном надо потрещать с вами немножечко. Как вам моя лысина? Она уже немножечко отрастает, отрастает. Уже мягенькая, шелковистая лысинка. Привет, Москва. Привет. Как у вас? Чего хорошего? Вот банки. Видали банки такие? Здоровые, огромные банки. Таких не видели никогда, наверное, живую. Хитман из Brothers. Че еще? Че еще? Че еще за шуточки? Хитцеголовый. Залупка. Ха-ха-ха. Человек-член. Наркоманский мой причесон. Привет, Минск. Привет, привет. Так, что-то у вас, что-то у вас. Банки, банки, банки. Ну давай, до 600 дойдет у нас сегодня. Народа. Паспорт. С Настей мутишь? С Настей не мутишь. С Настя уехала в Москву. О, здорово, бардачи. Здорово, как вы? Настя переписывает ВКонтакте. Такие дела. Спрашивал, как она там, не болеет ли она там. Что хорошего у нее. Штриц. Настя расстроил своим видным. Да вообще это интервью, блин, вытащили меня и сразу посадили, еще она мне вопрос задавала. Не дела, я был не собран. Я был не готов к интервью. Тан-таран-тан-тан-тан. Че еще? О, 600 человек, 600 человек в онлайне, крутяк. Да, пора худеть. Пора худеть, уже сегодня я 3 раза всего ел. Всего 3 раза ел. Правда, сейчас я съел какие-то бананы, гриль, риса с чем-то, и мороженку, но правда тайскую, на 100 калорий всего. Маленькая тайская мороженка на 100 калорий. Бичуем. Че у вас интересного-то? Как вы там разжились? Бабками, клиентами, чем еще? Че хорошего у вас там? А, друзья, как вам мой причесон? Мне уже нравится. Если честно. А, крутяк. Так, рис, рис, рис. Сегодня съел курицы грамм, не знаю, 600, наверное, за раз просто. Взял, пожарил и съел. И потом весь день есть не хотел. А, вот. Мост как мост. Что у нас тут интересно? Ой, у меня нет наборов никаких никогда. У меня есть только сушки. Потому что я начинаю жрать и начинаю набирать. Так что мне надо не жрать. Я серьезно, не жрать. Сколько весил без химии? 90 кг, наверное, с чем-то. Может быть, 90. Так. Хей. Hey. I love you. Это интересно, мужик? Настя? Не знаю даже. Вроде на воле более-менее. Клопов почти выдрали. Это друзья бардачи мои там. Веселые парни в Питере живут. Такие дела. Оп. Что-то у меня это самое. Может, мне света не хватает?
Я как зэк так буду сидеть. С одной. Какие зубы белые, да, стали сразу? Вон, макушки все видно, сразу становится. Прикольно. Оставим чуть-чуть цвета себе. Так, как жир на животе сжечь, меньше есть, создавать дефицит калорий и двигаться. Больше двигаться. Так, бакс припрёт, ну что поделать. Будем бомжевать в Таиланде, значит. Папа? Не сомневаюсь, что у меня есть дети. Обратно поеду весной. Поеду по семинарам, наверное. По Харькову, Минску, Киеву, Москве, Питеру. Везде буду. В Казани буду. Много где буду. Привет, Эстония. Ой, в тайской тюряге лучше бы мне не сидеть. Там вряд ли был бы велик на заднем фоне. Там была бы жесть вообще. Это просто мой тайский домик. Он такой вид у него, как будто я как в подвале сижу с той стороны. А мне просто лень менять вид. Симферополь тоже может быть. Может не про Петровск еще. Надо просто посмотреть, сколько там народу. Я, кстати, бороду тоже вон отращиваю. Почти как вы стал. Сколько стоит пожить? Перелет дорого стоит. Так-то что, здесь как в любой другой стране. Друзья мои. Гошан поехал куда-то тусовать. На курортные райончики какие-то. Че еще? Так, Львов. В Львове, наверное, мало народу. Сережцев четкий чувак. Четкий чувак, мне он импонирует. Как Азамат, кстати. Азамат тоже хороший чувачок. Спать пока нигде не планирую, может и не буду вообще. А может и буду, не знаю. Вступление какая-то тема, блин, дурацкая. Лысый, сходи пописай. Ригер, да, Ригер хороший парень. Мы с ним вечерами тусовали, сидели и терли, угорали все время. Ржали, блин. Как мы столько-то не ржали. А чем мы только не терли. Такой веселый парниша. Компанийский. Так. Ну, проиграл, зато в других движениях выиграл. 110 килограмм на 30 раз пожать. Это много. Я считаю. Считаю, хороший результат. Крупненький, толстенький. Так. В тайских каникулах, как мальчик-одуванчик. Ну, надо же тоже себя вести. Это же не мой блог. Надо вести себя скромненько. А, какая лысина. Какая приятная у меня лысина. Шпак я давно знаю, так что мне о нем говорить. С ним полгода работал в зале. Так что это для меня неудивительная персона была. Совершенно. Давненько я его знаю. Представляешь, я популярный. Я популярная фитнес-рожа в России. Меня смотрят тысячи человек. Правда, на Ютубе. Перископе не густо. Но тоже растем потихоньку. Это мой велик. Я его купил здесь, в этом самом, в Таиланде. Так. Да я зарабатываю как везде, как и в любой стране. Я же работаю на программках. Пишу программки.
Вот и вся моя работа. Смысл тайских каникул? Не знаю. Показать людям, как можно отдыхать без алкоголя. Как собирается веселая фитнесовая компания «Рожа». Где мы там трем? Трем, развлекаемся, веселимся, отдыхаем. Я не жил в Таиланде. Я второй раз в Таиланде на несколько месяцев в этот раз. Да, я программист. Качок-программист. Я пишу программу по похудению и по набору мышечной массы. Вот. Такие дела. Так. Ну, алкоголь, понятно, что там лайтово это все время есть. Есть как бы грань. Жраться в говно и как бы выпить там бокал другой вина там или кто что пьет. Мне кажется, в этом ничего страшного. Совершенно нет. Так. Настя, забавный смех. Не, собак не кушаем. В Таиланде, конечно, не едят собак, это Вьетнам. Ты что-то путаешь, мой друг. Олимпийц очень хороший парень. Мы с ним общались, ездили гулять с Ригертом и с ним. А, и Селигорстов потом пересеклись. Короче, хороший парниша, не пьет вообще совершенно. Кстати, бывший бодибилдер. И такой относительно хорошими движениями из тройки. Так, что еще? Не успел прочитать. Я чувствую себя прекрасно. Прекрасно. Измена тоже прекрасна. Очень хорошая, добрая, позитивная девушка. Приятная. Приятная. Да, Гошан там жрал, он мне рассказывал, что там собак ели. Гошан же 3 месяца же жил во Вьетнаме. Вот. Вьетнам интересный, может туда мутануть тоже. Тоже можно мотануть. Проживание? Да загугли что. От 1000 бат за день. 2000 рублей. Ну кто организовывает, тот и решает, кому ехать. Явно не я решаю, кому ехать на тайские каникулы. Конечно, было грустновато. Член у меня стоит. Вроде проблем пока не было особо. Так что не переживай, мой юный друг. Если ты, конечно, хотел отсосать, то извини, я больше по девочкам. Мне нравятся девочки. Симпатичные, миленькие, улыбчивые. Не знаю даже какие еще. Темненькие обычно. Талии. Талию мне нравится еще. И орех мне нравится. У девочек. Накачанный. Накачанный вообще много четко. И талия узенькая. И улыбка. Улыбка это вообще самый сок. И милота, и веселость, Вот щелчочек, вот нам еще один, вот в банке. Здоровые банки, может померить банку, сколько банк не сдулось, а то, блин, сдулась банка еще. Так, что там у нас? Последним своем. Ну да, столько съел. Что это? Удивительно. А вы не видели, сколько съедаю. Это еще не самое большое, что я съел. К
Как думаете, сколько у меня банк? 47 сантиметров кого-то пишет. Оп, ну давай, угадаешь ты в этот раз. Оп, что, больше не будешь? Походу ты выиграл. Чуть-чуть могу дотянуть, чуть побольше. Давай, давай, давай. Давай, давай, до 48, выдави, выдави, выдави. Не выдавливается, сука. Ну ладно, какая есть. 69. 69 у меня, блин, нога. Даже поменьше. О, ну ладно, что еще? Давайте пару минут, когда у меня еще аккумулятор сядет. Тан-таран-тан-тан-тан-тан. Тесто безопаснее. Как может быть тесто безопаснее? Я в банк за 60 сантиметров и не стремлюсь. Я бы вернулся к 45, 44 сухенькой. А, вот это было бы отлично. Борода эта чешется мерзкая. Не пойму, как можно с бородой вечно ходить? Бородачи, как вы ходите, блин, это самое, с этой бородой? И, кстати, вешу 112 килограмм, вы меня такие вообще не видели никогда. Вы все видели меня все время дрищом. Но этот дрищ был здоровее вас. Ха-ха-ха-ха-ха, в два раза. Я смотрел, вы перископы освоили. Чего часто вы ходите? Мне интересно. Но я просто не подписываюсь ни на кого. Точнее, за меня все подписываются. Но я бы у вас, может быть, глянул как-нибудь. Времени нет, правда. Все время работаю, работаю. В зал даже порой не сходить. Так. Выпали волосы от химии все. Все от протеинов. От этих дурацких. Тан-таран-тан-тан-тан. Бутиком не лады. Почему у меня не лады? Я с ним общался тут в зале недавно. Рассказал ему, что хочу поехать в Болливуд. Он сказал, что он там был уже пару, то ли тройку лет назад, не помню когда. Такие дела. Ну, как говорится, пора бы спать. Ну, как щелчочек, ребят, все хорошо. Он все перестал. Ну, пока, друзья, вам. Всего наилучшего, спокойной ночи, развлекайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы. Пока.